Друзья, погода очень резко изменилась. Сейчас снег. У нас час назад буквально мы высаживали еще клубнику. Была довольно-таки теплая, хорошая погода. Сейчас снег идет. А наши животные, коровы и козы, вышли на зеленую травку. Сейчас беру я байк. Вот, и вперед искать наших животных. Довольно-таки непросто ехать. Хотелось бы найти стадо коз еще до темноты, потому что это все дело чревато тем, что они не придут сейчас в свои пенаты, и придется ночью их подыскивать. Нет у них ни GPS-трекера, ничего. Если повезет, хорошо было бы их найти сейчас. С коровами, надеюсь, все попроще. Вот с ними был Павло. Теперь мне надо найти меньшего и наше стадо. Итак, пока минут 5 я еще никого не вижу. Но по ориентирам еще, наверное, метров 200-300. Пока ищем. Друзья, ну вот, животные практически нашлись. Где они? Ну, я их вижу на камере пока. Я их не вижу за снегом. Вот, видно, они здесь. Подходят уже к нашей локации. Осталось найти теперь коз. Вот они точно так не ожидали такого поворота снежной зимы. Ну, по всей видимости, да, что довольны, радостные. Вот они проходят смородину. Сейчас я делаю бросок, чтобы найти коз. Уже скоро, по всей видимости, будет довольно-таки сильно темнеть. А в ночи, ну, никак нет желания их искать и ожидать, когда они соизволят прийти 2 или 3 ночи. Пока поиски результата не дали. Продолжаем. Так, хорошо, идем дальше. Давай посмотрим там еще разочек. Значит, нам нужно проезжаем эту территорию и посмотрим за этими березами. Там есть поле. Это еще место, где они могут быть. Ну вот такая зима и такие дороги. В принципе, проезжаемые. Немного осторожно нужно. Снег идет, и где эти животные, непонятно. Если они ушли вот в этот лес, то вернутся они не скоро, очень не скоро. Итак, вот это поле, и здесь я никого не вижу. Никого не вижу. Я, значит, проеду туда, к той опушке, километр, посмотрю, что там. Итак, приближаемся вот к этой последней локации. Если здесь нет стада, значит, я не знаю тогда, где еще их искать. Это их любимое место локации. Смотрим. Ну вот так. Ничего, а зима идет. Хорошо. Друзья, возвращаюсь на базу, животных я не нашел, снег идет, осталось еще минут метров 40-50 досадить клубники, и на сегодня будет все. Будем ожидать возврата наших блудных овец, и этот день завершать к финишу. Вот такие будни. А сегодня суббота, 2 декабря. Значит, что получается, пока я вот... Понимаешь ли, ездил, искал козюнь, стадо наше. Они уже спокойно себе обошли всю нашу локацию. И около северной стороны леса подошли и подъедают малинку. Сейчас покажу. Ну, вот они. А им все прекрасно, им все хорошо. Вот смотрите, это ремонтантная малина.
Вот что от нее осталось, уже листья все они поели. Молодая посадка. Вот они себя чувствуют вполне даже очень хорошо. Вот так вот. Ну вот теперь уже мы их загоним. И более я буду спокойный, что не предстоит их ночью искать где-то по лесам, по долинам и по взгорьям. Ну вот как-то так. Хорошо, осталось их просто загнать сейчас. И досаживаем клубнику. И идем чаевать. Смотрите, а? Ну, жизнь не прекрасна ли у них? Похоже, что прекрасно. Итак, 14:22 времени. Это наш уже финальный аккорд. Все-таки досадили мы до конца этот ряд клубники. Снег не прекращается. Температура 0 плюс 1. Немного снег тает. Но это нам все-таки не помешало досадить вот этот ряд клубники.